Неадекватный челябинец напугал жителей микрорайона Парковой. Прямо на улице он словно застыл на месте. Его покачивало из стороны в сторону. Люди предположили, что он под кайфом. Сначала парень стоял на краю тротуара и чуть не упал на рядом стоящий автомобиль. Затем ему кое-как удалось отойти подальше. Очевидцы пытались привести его в чувство и вылили на парня ведро воды. Пришел себе? В себя приходи. Но результата от холодного душа не было. Парень даже не мог открыть глаза. Любитель кайфа очнулся только после пинка и сразу бросился бежать.